Я являюсь поклонником всей этой темы и вообще идеи возрождения детско-юношеского кино, подросткового кино, даже можно так сказать. И мне, конечно, восхищают люди, которые не просто об этом говорят, но вот что-то делают, рискуют, там, находят единомышленников, и что-то вот происходит каким-то чудесным образом. И когда я посмотрел картину, понял, что это происходит еще не кустарно, а на самом высшем, хорошем кинематографическом уровне и качестве. Особенно вторая часть просто меня повергла в такой эмоциональный бурлеск. Я там, ну, я и смеялся, и даже ржал где-то местами, то есть гомерически, потому что если ты размираешься в советском пионерском прошлом, то для тебя это просто фонтан удовольствия. И мы всем залом, конечно, просто наслаждались, а в конце даже поплакали. Там такая вот, ну, мастерский режиссер сделал картину, мастерский. Конечно, я подошел и не смог сдержать своих слов, подошел к Володе Есину, продюсеру картины, и говорю: «Володя, конечно, я вас поздравляю». И тогда он мне рассказал некие печальные события создания картин, как это не просто тяжело. И я ему так сказал, говорю: «Я тебе могу вот просто вот говорить, найдете там хоть что-то. Я, вот, для меня это честь быть вашим другом. И, допустим, если вы меня позовете в какую-нибудь вашу картину, где я смог бы вам доказать не словами, а делом свое, значит, вам теплое отношение». И вот прошло полгода, и Володя говорит: «Андрей, я все помню. Давай, вот в августе есть один съемочный день, нашли мы тебе персонажа». И я говорю: «Ну, приехали, да. Здесь даже не важно, бесплатно. В этом никакого подвига это точно нет, платно или бесплатно. И даже какие-то денежки они предлагали, я просто думаю, что есть куда вам самим эти деньги, значит, использовать». И это я даже для себя, знаете, как называю, есть такое вот выражение, сам практически до этого дошел, что я уже не первый раз, когда такое происходит, ты это делаешь не бесплатно, это неправильная формулировка. Я инвестирую себя в эту картину. Я инвестирую. Можно же деньги, да, там взять деньгами, а может быть волонтером. Я личное время просто вот инвестирую в вашу картину, потому что вы мне близки по духу, мне очень это нравится. Или там, что я еще могу для вас сделать? Могу там кисточкой покрасить.